видно, что это вы. Лучше того, кто пестится. อาจารย์บินครับอาจารย์อย่าเดินไปเดินมาнакладываешь для себя еду.Накладываем, мать отдыхает, потом кушаем. Хорошо? Чирока, тарелка большая для супа, глубокий для... Извините, пожалуйста, чирока для риса, да? Глубокий для супа. Только на место будет переходить. Только поближе сюда, пожалуйста, поближе сюда.Мантра читаем, а потом кушаем. Да. Накладывайте. Но нет, дайте тарелку глубокую. Я сам накладываю, я вам помогу. Вы посмотрите, глубокая тарелка, дырки есть или нет? Да. ฉันขอทิชชู่สองสามชิ้นนึงในครัวขอเด็กไปเลยได้Ирина Николаевна, обратно. Одну тарелку, пожалуйста. А и папа, где? Ирина, я там так, 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 так. Есть еще? Все. Передай.
Передайте, пожалуйста. Тарелка, передайте. Кому надо, суп. Жареные овощи передайте туда. Дальше. Они разные. Накладывайте, потом передайте туда, хорошо? Крешки, передайте сюда. Крешки. Кому надо накладывать? Одна бумага, пасы. Вы не против, что диалог наш напротив? Спина прямо.
บทที่สองโรคีปฏิมิตรสปินาเฟียมบูริมจิตตนายาสุปาลิปติริราสะอีละไวจะตรีราสะนารุสตมยาสิกยาสัตเมียสนะคาปาราชีฟนะโรสนะอันนั้นยังดังนิกาปัจเวกนาปัตังปนามาเซปาจิสังกายโยนิสปิณาปัตังปาจิเสวานิเนวะตาวายานามาตายานามาตานายานาวิปุสนายายาวะเดวายมัสสะกายัสสะหิจิยายาปะนายาวิงสุขาราติพระมาจาริยานุกานายาอิสิปุรานัญจเวดานังปฏิอังกามินาวัญจเวดานังนาอุปาเทสามิยาตระชะเมวะเวดานังวัญจะปัสสุยาโรจายติปัตติสังกายโยนิโสปินฑาปะตังปฏิเสวามิเนวะตะวายานะมะตายานะมันดานายานะวิปุสนายายยาวะเทวายมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายัปปนายาวิงสุปาราติยาปัจจาริยานุกังายายเอเตปุรานัญญเวทานังปฏิอังกามินาวัญญเวทานังนาอุปเทสามิยาตระจะเมปะวิสติอานาวัจตาจะปัสสุยาโรจายติปัตติสังกายโยนิโสปินฑาปะตังปฏิเสวามิเนวะตาวายานามาตายานามันดานายานาวิปุสนายายยาวะเทวายมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายัปปนายาวิงสุปาราติยาปัจจาจาริยานุกังายายเอเตปุรานัญญเวทานังปฏิอังกามินาวัญญเวทานังนาอุปาเทสามิยาตระจะเมปะวิสสติอานาวัจตาจะปัสสุยาโรจายติปัตติสังกายโยนิโสปินฑาปะตังปฏิเสวามิเนวะตะวายานะมะตายานะมันดานายานะวิปุสนายายยาวะเทวายมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายัปปนายาวิงสุปาราติยาปัจจาริยานุกังายายเอเตปุรานัญญเวทานังปฏิอังกามินาวัญญเวทานังนาอุปาเทสามิยาตระจะเมปะวิสสติอานาวัจตัจจะปัสสุยาโรจายตินารุสกัมดุงชุรุชัยยาโรเกลฟิชกาลุชุนะกะกะไดยานิเยสิริสิริне для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий и для поддержания святой жизни. Думая так, я уничтожу старые чувства голода и не создам новых чувств переедания. Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания неудобств. Думчиво размышляя, я употребляю пищу, полученную как подаяние, не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая так,
так я уничтожу старые чувства голода и создам новых чувств отъедания. Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств. Думчиво размышляя, я употребляю пищу, полученную как подаяние, не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая так, я уничтожу старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств. Угу. Руки на колени, закройте глаза. Посмотрите, желание кушать. Я понимаю, что вы очень сильно хотите кушать, но это ваша проблема. Да. Почему я скажу, что ваша проблема? Потому что мы очень привыкли кушать, потому что мы хотим. Мы хотим кушать, и получается наше желание, мы кушаем неполезной пищи. Поэтому буддийское питание, да, чистое буддийское монастырское питание, которое стоит перед вами, а не только, что получить удовольствие, да, что очень вкусно, а сколько она полезна, как лекарство, как предметы, которые мы обитаем, да, что продолжает это жизни. Что лечит наши болезни и продолжает нашу духовную жизнь. Из-за еды много проблем. Проблемы везде, по всему миру. Поэтому полтора-две минуты мы будем просто сидеть и рассматривать о еде, да, еды, которые стоят перед вами внимательно. Откройте глаза. Поставьте мантру перед совами. Да. И кушайте внимательно. Я очень прошу, что не сидите так, да? На как на шашлыке, да? На природе. Сидит, вы можете сидеть так или так тонко. Хорошо? Кушайте внимательно.
Има. У кого дырки на тарелке есть? พอฉันได้พอทานได้ไหมฉันยกสูงๆแบบลูกศิษย์Toe previously clip toe previously. Очень хороший. Один из моего ученика, который у него пасеки, знаете пасеки, в Самаре отправил мед, видите, сколько килограмм. Сорок килограмм. Далее ретрита, который будет через две недели. Но не меньше, да? Через 14 дней будет ретрит. То будет на пешный ретрит, новогодний. Есть? Один человек. Никто не хочет. Два человека. На следующем ретрите будет участвовать очень много сотрудников ФСБ. Поэтому, Ирина Николаевна, ваше участие, подумайте, стоит или нет. Может быть, приехать в качестве волонтера, готовить кухню. Хорошо? Если вы выходите из квартиры, я боюсь, что Новый год. Все отдыхают, а сотрудники ФСБ и спецслужбы, Совет, Верховный Совет, Верховный Буддийский Совет Бурятия приедут и убьют вас сын. Председатель ФСБ перейдет на мою сторону. Мне это известно. Будет тибетские спецслужбы. Из Ласа. Лаоса? Да, из Лаоса.
лаосские спецслужбы с вонючим рыбной пастой лаосские. Их оружие не пистолет, а вонючие рыбные пасты национальные. Не приборы, а именно рыбные пасты вонючие по лаосским, которые более вонючие, чем тайские. Все отдали телефон, Ирина Николаевна не отдала мне. А вы не случайно отправили мне сообщение, нет? Слава Богу. На прошлый ретрит 2 дня, 17 сообщений. Я проводил лекции. Как она успела? Она постоянно тоже участвовала в ретрите. Но 17 сообщений. Я после ретрита включил телефон, 17 сообщений из Будда-Вихары. Тогда я понял, что пока мы медитировали, ходили вокруг дома спецслужбы и московский патриархат. ฉันได้ไหมฉันก็อยู
Кто закончили СПБГУ? Слава Богу. Юрий тоже. Если у вас дети будут, не поступайте туда, скажешь, хорошо. После тех, интересно, ИТМО, вы понимаете, Энчикон, Финик, понимаете, да? Банковские дела, институт банковский, как называется, бизнес, ну, интересно. Кстати, профсоюз Саписовская, интересно. Знаете, да? Университет профсоюза. Интересная тема, СПБГУ. Университет бандитизма. Шутка, шутка. Я думаю, после окончания вы тоже ненавидели свой университет, нет? Слава Богу. Среди профессоров СПБГУ нет просветленных. А нет, я нет, я не хочу нирваны. Я еще не готов к нирване. Буду мучить студенты еще чуть-чуть, а потом просветление. А просто просветление не все мучит, понимаете? Поэтому люди, которые мучили Ирине Николаевне, не просветленные. Потому что просветленные сотрудники не будут мучить людей, понимаете? И Верховный Бурятский Буддийский Совет, и Московский Патриархат, и Калмыцкий Верховный Буддийский Совет, и Тувинский тоже. И еще Чукотским шаманы. Верховный шаманский общество. Макаданы, тоже непросветленные. Потому что просветленные не будут мучить людей. Понимаете, Ирина Николаевна? Человек просветленный даже один маленький насекомый не убивает. Понимаете, да? У него нет желания убивать. Пусть тараканы живут в квартире спокойно. Ходят, медитируют, да, танцуют, встречают, устроят вечеринку. А я буддист, просветленный. Не могу убить тараканы, любимые. Я тебя люблю, но убить тараканы никак. Потому что я думаю, что я просветленный. Я думаю, что я просветленный. Он сам думает, что он просветленный. Ой, Боже мой. Университет – это очень большой бизнес. Любые высшие школы
Любые высшие школы – это очень большой бизнес. Первый бизнес – это зарплаты университетский совет. В университете есть совет, как на службе безопасности. А в университете есть студенческий отдел, есть студенческий городок. В студенческом городке есть еще кафе, дискотека, спортивный клуб. Вы понимаете, да? Есть еще охранники, есть еще комендантки. Вы понимаете, да? Есть еще много-много всего. Есть электрики, есть еще сантехники. Вы понимаете? Поэтому это... я не знаю, может быть, я неправильно думаю, что... Я думаю, что любая высшая школа, да, университет, институт, это завод манипуляции сознания людей. Я думаю, что мы живем в 21 веке, надо иметь такое, как называется, университет на уровне, вы понимаете, мы живем в уровне, в мире, который имеет очень высокое интеллектуальное развитие. Да? Интеллектуальное развитие – это значит компьютер, вы понимаете, интернет. Вы понимаете, можно изучать, я могу, не надо ехать туда-обратно. Мои студентки, они живут в Петергофе, знаете, да, в Петергофе. Туда-обратно примерно 5 часов в день. А две пары или три пары. Получается, как я, мне жалко, если у меня будет дочка, да, и моя дочка из Красноярска приехала учиться, да, и, например, у нее факультет с МОНом, например, да, международное значение. И ехать туда и обратно в Петергофе примерно 5 часов. Просто дорога. Тратить на дороге 5 часов. Но прежде чем выйти из общежития, еще надо умываться, одеваться. Вы понимаете, ждать автобус. А потом ехать до, либо электрички, до Прибалтийска, да? Балтийский вокзал. Вот. И либо до метро Автова, да? На автобус. А потом ехать на метро. До Невского, а потом еще на автобус, а потом через вахтер, да, на вахту, надо показать документ, а потом забыли пропуск, тоже проблема, потому что вахтер, женщина не пропускает, да. Поэтому я думаю, что можно просто так рано утром ехать, 2 часа туда-обратно, 5 километров, да, снимать спортом, да, заниматься йогой, медитировать, а потом читать книгу. Включает ноутбук и изучает сегодня история дипломатии Таиланда, например. Да? Не надо поехать мучить Ачан Чатри. Ачан Чатри не хочет. Он тоже хочет спать, он тоже хочет гулять со собакой. Он хочет обнять кот. Понимаете, его кот интереснее. Он хочет просто сидеть в кухне и понюхать рыбные тайские пасты. Он хочет просто, вы понимаете, смотреть через окна, как цыгане, да, воруют. Вы понимаете, есть дела, которые интересны. Наркотики продают. Еще когда Ирина Николаевна приехала сюда, извините, пожалуйста, приехали 33 сотрудники спецслужбы и Верховный совет. Вы понимаете, цифры прямо как возраст Иисуса Христа, 33. Правильно? Угу. Она говорит, сколько сотрудников? Она говорит, 33. Я говорю, почему 33? Потому что возраст Иисуса Христа. Это не просто так. И каждые 15 минут разные сотрудники, 5. А я уже читал, что 33. Понимаете? Да? Точно. Она сказала правду. И вы понимаете, но поэтому университет это я не знаю, это учреждение для манипуляции людей.
и отмывать деньги. Понимаете, да? Студент на международных отношениях 1 семестр примерно платит 450 тысяч рублей. А в год 900 рублей. 900 тысяч рублей. Просто на первом курсе 900 тысяч рублей. На ваточном, да, в год примерно 400-500 тысяч рублей. На ваточном. На юридическом и на международных отношениях одинаковые примерно 900 тысяч рублей. И вы представьте, сколько надо воровать, что дочка учится на юридическом. Чиновники в Сибири, вы понимаете, да? Магадане, из Владивостока, Красноярск. Сколько надо воровать, что дочка учится на международных отношениях или на юридическом? Миллион. 1 миллион только за образование. Давайте так. Еще ей надо купить продукты, надо одеваться, понимаете, да? Одежды, надо обувь, надо косметики, надо там еще пиццерия, надо еще суши-бары, елки-палки, да, против суши, да, анти-суши, надо ходить. Надо галерея, надо ходить. А практически она не будет ходить. Вы понимаете, да? Я ходил в Апраксин, да. Носки куплю, шапку куплю. Вы понимаете, шапку пью. Только я в Апраксин хожу. Мои студентки не ходят. Они, а чан-чатри у вас, о, у Саши, это интересно. Я говорю, да, да. Они не знают, это Апраксин. Да. Ну, качество одинаковое. Да. У меня тоже у Саши чан-чатри. Да. Луис Виттон, у меня тоже Луис Виттон. А у меня 200, у нее 20 тысяч. Но разница небольшая. Просто добавив цифры нуля, еще 2-3 штуки, и одинаковые цены. Поэтому я думаю, что если у вас будет детей, сейчас я думаю, что в России есть система. В школе вы знаете, что? Ваши дети, например, девочка 7 лет, 8 лет, 9 лет, она будет ходить в школу, она пришла домой, рука с мамой матом. Боже, мама, ты дура, откуда дочка? Откуда? Она скажет, я не скажу. Откуда я слышала это слово? Конечно, в школе. Понимаете? Да? Поэтому домашняя образование и, может быть, общение, да, вот, общение с людьми в семье, может быть, субботу, воскресенье, тогда это субботу, воскресенье, время, что для образования детей, да, ходить в клуб, да, какие-то общества, что дети общают, интересно просто ходить в школу, бьют у кругу, да, и сказали неприятных слов друг другу, тоже проблема. Я так думаю, понимаете, да? Постоянное отправление. Вот твой отец, буддийский монах, в юбке, лысый, ведет Горелого. Ну, извините, пожалуйста, я не хочу, что люди ругают, что моя дочка, что ее отец, буддийский монах, лысый в юбке. Понимаете, да? То есть маленький, противный. Конечно, я монах, я не могу жениться, но я просто пошутил, да, что вы поняли. Да. И воспитание получает неправильно. Я думаю, что у каждого из нас есть опыт, как были в школе. Понимаете, да? Нам не нравится, когда преподаватели не пришли, правильно? Как хорошо, он не пришел сегодня. Поедем домой. Будем кушать варенье, да, в общаке. Да. Сало из Украины. Да. Да. Сало. Каточки из Беларуси. Домашние. Драники. Пережаренные. Потому что она только первый год приехала из мамы. А смотри, ты не косишь драники национальной белорусской пищи? Я говорю, хорошо, такой черный. Это первая попытка. Первая сковородка и первая попытка.
Я говорю, у тебя будет плохая карма черная. У тебя будет муж африканец. На 14 этаже. Да, из республики Чада. Да, поэтому осторожно. Не надо пожарить, не надо пережарить твои раны. Вот такие пироги. Я хочу писать книгу, иногда в моей жизни вообще 7 лет, понимаете? 7 лет будет большая книга. Интересно, сколько драники черные я съел, сколько сала белорусские и украинские, сколько мешки картошки из Минска, например. Да? Вот. Я не рекомендую. Да. Человек зачищает, вы понимаете, докторскую, кандидатскую, что получить зарплату 12 тысяч. Это нормально? Дети платят 900 тысяч, а платят преподаватели 12 тысяч. У меня зарплата официально 12 тысяч. Вот. Это я думаю, что ненормально. Университет, где Путин закончил, платил преподавателю, который читал лекции 18 пар в неделю, 12 тысяч. Вы представьте, каждую неделю я читал 18 пар. И каждый месяц я получил 12 тысяч. Одна пара сколько стоит? Вы прочитайте, еле 4 недели. 18 умножить на 4. Сколько? Я плохой математик. 72. 72 рубля на пара. Нормально? У меня бензин туда-обратно 700 рублей. У меня минус на 10%. Вы понимаете? На 1000%. Не 10, а 1000%. У меня туда-обратно дорога, бензин, 700 рублей. А платит преподаватель 72 рубля. 2 рубля. А кто приехал на грузовик вчера? Есть? Грузовик большой. Вы же работали больше, чем я. Вот. Не надо закончить. Да, защищать кандидатскую, докторскую. Не надо. Просто быть закончил институт и работать водителем. Давайте я куплю еще машину одну. Больше не буду ходить в университет работать. Вы можете найти водителя, и у нас будет совместный бизнес. Транспортная компания, логистика. Да. Называется Нирвана логистика. Нирвана. Логистика Нирвана. Нирвана транс. Да. Это секрет СПБГУ. Я говорю, что зачем вы дали мне 18 пар в неделю? Ну, у вас такая работа. Я говорю, что вы знаете, столько... Я вчера не кушал. С утра до вечера я не кушал. Вы представьте, 16 пар в день. Вы представьте, я не успею. Я не успею кушать. 6 пар в день. Вы понимаете, с 9 до полдевятого, и по 8. Это ненормально. С утра 9 часов я учусь на университет. Университете. Я закончил 7 часов 30 минут вечера. И каждый пара я получил 72 рубля. Я не ругаюсь, потому что я, это мой выбор, это моя жизнь. Понимаете, да? Я сам выбрал этот путь. Я просто хочу сказать, что... И я не видел, что среди студентов, которые у меня примерно 50, да, только 3 человека, которые я вижу, что у них жадность к сознанию. Прямо я хочу учиться. Прямо жадность, жажда. Да. А к сознанию только 3 человека. Жадность. На колени.
Передайте тарелку, пожалуйста. Глубокая, отдельная. Да. Широкая, отдельная. Вилки и ложки отдельно. Передайте ко мне, пожалуйста. Антон, помогите, пожалуйста, туда. Да, да, для собак. Вы мочите суп вместе? Давайте суп вместе в одной тарелке. Возьмите. Емкость для еды поставьте в кухню, пожалуйста. А чайник поставьте туда. Чайник. Сейчас на колени, ровно. Спина прям. Кенкотян. Закройте дверь, пожалуйста, потому что дует сильно. Руки поднимите. Вторая мантра, да. На язык Пали один раз и перевод на русском языке один раз. Бумаги поставьте на пол. Видно, нет? Не очень. Тогда на руках. Андамайян атита напачавекана патангванамасе Айчамайян апачавекита вайо биндапато парипутай Сойневатавая наматая намандана випусаная Яватевай масакая сатития япаная вин супаратия плангмачария нуканая Иати пуранан яветанан пати ангами наван яветанан наупати сами Ятрачами бхависати анавачатача пасуя рачати Еще раз. Чачамая апачавекита вайо биндапато парипутой Сойневатавая наматая намандана яна випусаная
На русском языке. Она поднималась с нами вместе и сели, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая так, я уничтожу старые чувства голода и создам новых чувств отпитания. Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств. Биолог один будет читать громко, четко. Раз, два, три, да. Какую бы пищу, полученную как подаяние, я не употреблял сегодня без особого размышления, она принималась мной не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая, так я уничтожу старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств. Сейчас без биолога, да, вы будете совместно читать очень ровно, громко, красиво, без биолога. Хорошо? Раз, два, три. Какую бы пищу, полученную как подаяние, я не употреблял сегодня без особого размышления, она принималась мной не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая, как я уничтожу старые чувства голода и создам новые чувства переедания, так я буду поддерживать жизнь, заслуживая порицания и избегая неудобств. Еще раз. Какую бы пищу, полученную как подаяние, я не употреблял сегодня без особого размышления, она принималась мной не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела мышцами, но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая, как я уничтожу старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания, так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств. Руки на колени, спина прямо. Смотрим состояние. Состояние после еды. Закройте глаза.
Передайте мантру, пожалуйста. У кого есть время, да? Я хочу поменять этот файл. Да? Файл очень мягкий. У меня есть хорошая. Девочка хорошая, карма хочет сделать. Сделайте хорошо. Я поставлю здесь, сейчас я принесу файл новый. Да? Сейчас кабудди. А, мне надо, что две девочки, да? Направо, налево почистить. А, креёнку, да? Креёнки поставьте посередине, да? Посередине. Да? Сейчас поклон будьте вместе. Мы сделаем двери, да? 43 минуты. Анчали ванана апивада. Анчали, манак сделает анчали некрасиво, мне не нравится. Ачан нанг туа тонг тонг, я дай пен туа янг, лук сит. Анчали, ванана, апивада. Анчали, ванана, апивада. Еще раз, анчали, ванана, апивада. Ванана Анчали. Перерыв, да? 43 минуты. Я хочу, чтобы отдохнули. Мне надо, что девочки две помыть посуду в кухне. И две девочки помыть, ну, почистить прием. Убираем сиденье, накладываем обратно, после лестницы красиво и аккуратно.